Ну что, приветствую вас, мои друзья и гости канала. Всем огромнейший привет. Я продолжаю искать для вас ту самую недвижимость, которая хоть что-то, хоть как-то вас привлекла. Потому что я прекрасно понимаю, что те дома, которые в Сочи строятся из категории бюджетной категории, это просто жесть жестянская. Я сейчас нахожусь на Мамайке. Не с Мамайке. Давайте я покажу. Это у нас жилой комплекс. Именно жилой комплекс, это не апартаменты, который называется Невада. Самый низ Мамайки, до моря идти здесь минут, может, 15 пешком. Вот такие вот красивые домики, вот такой подогреваемый бассейн, вот такая территория. И, наверное, самое приятное, что здесь есть, это, конечно же, цена. Потому что в пределах 8 миллионов рублей вы можете купить себе законный дом, точнее, квартиру в законном доме. Жилое помещение что означает? Это означает, что собственность находится на земле, предназначенной для индивидуального жилого дома. Но это означает еще и то, что у вас есть, в свою очередь, что? Прописка. Конечно, можно было сделать апартаменты, и многие из вас с большим удовольствием спокойно бы к этому отнеслись. Но жилое помещение. Почему именно жилое помещение? Потому что 3 этажа, ничего не нарушено. Пятно застройки не нарушено, здесь общая площадь 31 сотка. И в принципе здесь все у нас сдано как должно быть. Я лично жилые помещения не боюсь. Сейчас на данном этапе продаем тещину квартиру, это квартирник, и покупаем просто площадь больше, именно жилое помещение. Почему именно так? Потому что площадь нужна больше. Эти квартирки у нас небольшие, они идут непосредственно, скорее всего, для отдыха, для сдачи и так далее. И вот если посмотреть, В принципе, дома вполне себе такие интересные. Учитывая, что на первом этаже квартирки имеются даже свою такую небольшую террасу, в целом все очень даже хорошо. Конечно, мало места, согласен, ребят, мало места, однозначно. Но, ребят, ну, как бы, я же вам показываю, что из категории бюджетной, ценовой категории, если хочется, чтобы места было больше, вы можете спокойно купить 2 апартамента и объединить, и у вас места будет гораздо больше. Соответственно, что хочется отметить? Двери хорошие, качественные. Хочется отметить стяжку. Хочется отметить, что здесь уже сделана разводка. В общем, самая сложная работа уже, по большому счету, здесь сделана. Это, конечно, мне больше нравится, поинтересней. В любом случае, запоминайте номера. Это у нас 2 номер. И если вдруг нужна полностью развернутая информация по ценам, потому что все-таки цены здесь скоро поменяются, да, вот там был у нас бассейн. Я думаю, что пишите в WhatsApp, я с большим удовольствием в WhatsApp вам уже точную цену пришлю. Потому что сейчас не хочу по 10 раз снимать одно и то же, потому что цена поменяется через 3 дня. Эти цены актуальны до Нового года. После Нового года, конечно же, ценник будет гораздо выше. Поэтому, ребят, запоминайте планировки, которые вам нравятся. А дальше уже пишите мне в WhatsApp, и я в WhatsApp ему спокойно отвечу. Третий тоже у нас небольшая, да, но с 2 окнами, я уже вижу. Блин, ну это прямо самое прикольное, я думаю. Интересное остекление. И за счет того, что много окон, много и хорошая терраса, ты себя здесь чувствуешь прям, мягко говоря, прям комфортно. Прям даже, я бы сказал, хорошо. Поэтому тоже пишем в WhatsApp. В WhatsApp я уже вам дам точную площадь и точную цену. Сейчас это просто идет обзор. Обзор того, что вы можете купить. Здесь самая большая терраса. Терраса, кстати, тоже оформляется в собственность. Поэтому это не просто там самозахват. И это ваша полноценная терраса. В принципе, в Сочи терраса это большой и огромнейший плюс. Ну, лично мне пока все нравится. Еще раз повторюсь, называется жилой комплекс Невада, мы находимся в нем, много чего здесь уже сделано, это хорошая безопасная покупка, кстати, хорошая плитка, мне тоже здесь нравится, стены сделаны нестандартно, ну и, конечно же, вот такие вот здесь тоже площади имеются. Здесь, конечно, терраса не очень интересная, потому что мы видим с вами соседние дома, здесь зелени нет, ничего такого нет, но вот все равно хорошо, когда выбор у нас есть. Нравится, что все-таки сделана чистовая отделка. Поэтому сначала вроде подумал, что ценник высокий. Да, здесь получается от 340 тысяч рублей за квадратный метр. А потом, в принципе, посмотрел, что, в принципе, работы здесь много какой сделано. И я думаю, что
уже ценник не такой вот уже высокий, как кажется. Ценник уже кажется вполне себе адекватным. Давайте мы сейчас еще для интереса поднимемся с вами. Это, кстати, была квартира номер 6. Поднимемся с вами еще для интереса на второй этаж и посмотрим на втором этаже тоже планировочки. Все примерно одинаково. Ой, здесь опорная стена, здесь совсем будет некрасиво. Да, совсем будет некрасиво, но зато светло, светло и замечательно. Не делаю, не буду делать большой акцент. Все-таки хочется вам все показать. Это у нас 7-й номер. Давайте посмотрим с вами 8-й номер. 8-й номер совсем опорную стену. Для извращенцев, наверное. Но опять же, да, вот такие-то, у них цена гораздо ниже. В принципе, для лета хорошо, что будет теневая сторона. Но хочется, конечно, еще какой-никакой вид. Ну и здесь у нас коридор бестолковый, который съедает. И здесь тоже у нас непонятная терраса. Здесь, кстати, террас дофига. Здесь прям площадь прям хорошая. Здесь на террасе жить можно. Ну, поэтому везде есть свои плюсы и свои минусы. Но терраса, конечно, здесь просто бомбическая. Ну и дом снаружи выглядит вполне себе достойно. В целом, ну, ребят, я могу сказать, вот объективно неплохо. Для отдыха можно рассмотреть. Если мы возьмем с вами турецкую недвижимость, то она ничем не будет лучше, чем это. Потому что сразу я, когда вот вижу такие дома, сразу мне напоминает маленькую Турцию. Потому что вот большинство тех домов, которые в Турции вы можете себе купить, квартиры, они все будут примерно такого тоже рода. Трехэтажные будут дома непонятно какие. И вот непонятно, это территория бестолковая. И все, и такое же будет расстояние. Здесь даже расстояние до моря даже ближе. Вот, кстати, тоже классно. 10-й тоже рекомендую присмотреться. Давайте посмотрим с вами второй этаж. Он особо сильно не будет отличаться. Ну, просто там уже с балкончиками, без террасы, по ноги будет интересней. Хотя я бы взял лучше себе с террасы. И посмотрим, что же у нас здесь представляет. 11-й номер. Что же у нас представляет из себя 11-й номер? Ну, да, вот на балкончике есть. Его видно, бассейн будет, тоже интересно. Не, ну в целом, ребят, неплохо, как бы. Вот я серьезно говорю, для отдыха можно рассмотреть, легко сдавать, вот типа Green Palace. Green Palace, типа в Англии, который у нас есть, галерея Парк. Ну и в Залазарном районе аналог это Александрит. Александрит Парк. В целом, я считаю, что очень даже неплохо. Другое дело, что хотелось бы, чтобы цена была пониже. Все-таки 340 тысяч рублей за квадратный метр, но, хотя, с другой стороны, чистовая отделка. А что вы еще хотели? Что вы еще хотели? Да. Не, неплохо. Неплохо. Я считаю, что вполне даже себе даже хорошо. Вид летом будет просто потрясающий. Плюс еще на зелень. Дома, в принципе, хорошо смотрятся. Чувствую, что качественный дом. Поэтому я думаю, что проблем в этом нет. За 8 миллионов, да я даже не знаю, какую вам альтернативу предложить. За 8 миллионов особо сейчас в Сочи не разбежишься, особо ничего не купишь. Кому хочется дешевле, вперед. Вот, кстати, вот, измайловские дачи, смотрите мой предыдущий видеоролик, где вы можете купить по 170 тысяч за квадратный метр. Все будет то же самое, только бассейн будет в 10 раз больше, такая же будет территория, там будет поровнее, и все. А так будет все, концепция будет точно такая же. Такие же домики, такие же окна, все. И, конечно же, я учитываю, что здесь 340 тысяч рублей, измайловские дачи, я думаю, спокойно по 250-280 будет летать. Поэтому у вас есть выбор. Либо вы берете уже готовое, либо вы можете взять и проинвестировать в предыдущий объект, который я снимал, и за счет этого заработать определенные деньги. В принципе, все то же самое, что на первом этаже. Особо здесь ничего такого прям вау не меняется. Поэтому, думаю, нет смысла показывать каждое жилое помещение. Эта сторона, наверное, в сторону домов не очень хорошая. А вот, например, 20-я квартира, я думаю, она будет интересная. Интересная в каком плане? Она небольшая, два окна,
И вот если, например, мы выйдем с вами на балкон, то с балкончика мы, конечно, море с вами не увидим, но зато часть бассейна увидим. В целом хорошо. Поэтому, ну, что вам сказать, ребят? Выбор есть, выбор за вами. Я считаю, в целом неплохо. Я сюда вот ехал, как бы-то не хотя, думаю, опять что-то понастроили, какие-то ЖП. А приехал, да нормально. Ну, нормально. Как бы бюджетный вариант. Хочется еще бюджетнее, вы знаете, смотрите предыдущий видеоролик. Хочется готовость данных, хочется посмотреть, сколько стоит, будет стоить измайловские дачи, да ради бога. Не дешевле, чем здесь будет стоить. Не дешевле, однозначно дешевле. Нужна полностью вся информация, все документы, пишем в WhatsApp, я с большим удовольствием вам все покажу и перешлю. На этом прощаемся, добра и пока.